результаты сложного эндопротезирования коленного сустава. Тоже доклад из Курска. Я так понимаю, Курская школа у нас прямо вот в почете сегодня. Большое спасибо. Итак, докладывает Тихоненко, я так понимаю, да? Да, спасибо, пожалуйста. Уважаемый президент, уважаемые коллеги. Несмотря на огромное количество научных исследований и современных методов диагностики, ортопеды сталкиваются до сих пор с большим количеством, огромным количеством пропущенных артрозов третьей-четвертой стадии. Это значит, что сегодня и в ближайшем будущем главным методом, наиболее радикальным методом лечения будет эндопротезирование. Что касается коленных суставов, то здесь арсенал достаточно большой у ортопедов, от одномышленных, которые полностью связаны с эндопротезом. Наибольшей популярностью пользуются полусвязанные эндопротезы. Что касается полностью связанных эндопротезов, то отношение травматологов и ортопедов к ним разное. Многие считают, что они в принципе для первичного эндопротезирования не нужны, можно справиться с полусвязанными эндопротезами и баланс достичь тем самым. Есть публикации с осторожным оптимизмом. Наиболее полная публикация, наверное, была, во всяком случае, я читал, у Николая Васильевича, 190 случаев представлены тотального, то есть полностью связанного эндопротезирования. Ну а у нас очень скромный опыт, которым мы готовы поделиться, это среднесрочными результатами эндопротезирования, сложного первичного эндопротезирования, связанными эндопротезами. У нас всего их 8, но прослежены они в течение 3 лет. Мы в своей практике пользовались системой КТ-плюс. Это ограниченный ортопедический протез, я бы не заметил. Он ни в коем случае не лучше и хуже других эндопротезов, просто он у нас был, и мы пользовались именно этой системой. Показанием для эндопротезирования были в основном серьезные дефекты резекции и дисбаланс сустава. Наши больные прослеженные в течение 4 лет за 10 месяцев, декабря 2012 года. За этот же период было поставлено 75 не связанных, полусвязанных процессов. Трое мужчин, 8 женщин, возраст колебался от 54 лет. Основными показаниями у 5 человек был идиопатический гонартроз, у одной пациентки ревматоидный полиартрит и у двух посттравматический остеоартроз. Показания основные к применению химической системы были: у 3 человек варусная деформация более 17 градусов, которая сочеталась дефектом мыщелка, у 4 человек дефект внутреннего мыщелка, и у одной пациентки ревматоидный артрит варусная деформация 25 градусов. Чаще всего было сочетание различных моментов. У 5 пациентов было сочетание именно дефектов костной ткани с варусной деформацией. У всех пациентов была многоплоскостная нестабильность сустава, и у всех пациентов диагностирована 3-я стадия остеоартроза. Применяемом эндопротезе особенности шарнирного механизма при движениях шарнирный вот эта сапфа могла обеспечить дистракцию до 20 мм, предохраняя перегрузку тибиальных вкладышей. Ну и аугменты позволяли компенсировать до 3,5 сантиметров резекцию костной ткани. В 3 случаях при дефектах мыщелков большеперцовой кости система позволила нам обойтись без аугментов и в общем-то выполнить корректный отчет. У 3 человек с дефектом мыщелков более 10 мм пришлось компенсировать этот дефект в 3
трех случаях это цементом армированный результат и двух пациентов аргументов. Операция в послеоперационный период ничем существенно не отличалась от полусвязанных эндопротезов и охлаждений в ранний послеоперационный период, но и не учитывая. Субъективное состояние пациентов оценивалось по шкале ГОС, объективная с помощью адаптированной скрининговой системы исследования остеоартрозов и до 3 лет прослежены все результаты статистической обработки по понятной причине 8% на микроводине. Результаты. Анализ субъективных ощущений показал увеличение индекса КОС в среднем от 49 до 84 и наиболее динамично изменил показатель скованности и выраженности болевого синдрома. Понятно, что субъективная система зависит от многих факторов, от пола, возраста, психологического настроя пациента, чего он ждет. Однако, допустим, один пациент, у которого нам пришлось делать ревизионное эндопротезирование после первичного эндопротезирования, оценил результат как хороший. Но, тем не менее, эта система позволяет понять удовлетворенность пациента. Объективные показания нас прежде всего интересовали ось конечности, объем движения и стабильность коленного сустава. У всех пациентов была нормализована ось конечности от 0 до 5 градусов вальгуса. У всех пациентов увеличился объем сгибания разгибания, сгибания в среднем на 25 градусов и дефицит разгибания на 10 градусов. У двух пациентов сохранился дефицит разгибания до 7 градусов. И у всех пациентов система позволила получить стабильность коленного сустава. Рентгенограммы проводили всем пациентов, и нас интересовала стабильность эндопротеза. Кроме одного больного, примерно 3-4 все эндопротезы были расценены как стабильные. И нас еще интересовала вот эта линия просветления между многогранитной костью цемент или костью аргумент, которой мы, в общем-то, решили проследить развитие этой линии, насколько она развивается, эта линия резонанса, может ли она перейти в дальнейшем специалисту. Позвольте привести ряд примеров. Женщина 63 года, основным показанием системы был васкулярный некроз, это тотальный дефект выщелка. Травму отрицает, уже занималась физической работой, но и очень удивилась, удивила нас, когда мы получили такие рентгенограммы. Выполнена химическая система, а дефицит был компенсирован цементом с армированными винтами, и вот эта линия резорбции, она была практически сразу после операции. Через то, что поставили здесь на зубы конечности обычный полусвязанный винт системы. Вот. Через год хороший результат, через 2 года и последний раз мы ее вызвали. В настоящее время хороший объем движения, она довольна. Но вот эта линия, которая здесь прослеживается, вот она увеличена, эта линия. Да, она сохранила свой размер, чуть может более увеличила, но интенсивность ее уменьшила, прослеживается костный глаз. Будем дальше наблюдать. 74 года мужчины. Основным показанием химической системы истонная перестройка выщелка после перцовой кости. Травму также отрицает. Вот такая первичная рентгенограмма поставлена. Стандартная система тоже дефект армировали лентами и после цементом заполнения. Это через 10 месяцев, это вот сейчас. Да, на другой ноге был поставлен полусвязанный эндопротез. Это сейчас. На рентгенограммах мы увеличили, вы видите, что зона не увеличилась, и, в общем-то, здесь нестабильность не замечается. Ну, еще пример, 54 года, средство, физический человек работал. У него был резко выраженный дефект дистонная перестройка мышцы. Мы его наблюдали и обследовали вроде в туберкулезном диспансере. Функционно исключали туберкулезный только после этого он поступил к нам, где мы провели операцию с системой и тоже с винтами и цементом. Через 8 месяцев он еще был доволен операцией, но уже назначалась варусная деформация, а через 10 месяцев он к нам поступил с такой картиной. Там, где был цемент и винт, было проседание и смещение, мы диагностировали смещение нестабильности идеального компонента, ну и угрозу вообще-то перфорации. Так, в принципе, она здесь произошла.
поэтому был выполнен тоже система тоже RT-плюс, только модуляр, и уже замена эффекта аугмента. Это через 5 месяцев, это сейчас, прошло 1.5 года, и несмотря на то, что вот это была повторная операция, субъективно по полосе, но он и оценил результат как хороший. Женщина 70 лет, я покажу здесь. И система уже без дополнения дефекта выселков, через 5 месяцев, 13, 16, 14, и вот сегодня положение конечности очень хорошее. Еще один пример. Мужчина очень долго страдал за остеоартрозом. В 2009 году был поставлен система Тиммера для протеза сустава на правый коленный сустав. И позже он к нам поступил. В 2012 году выполнена операция вот на левом коленном суставе. Вот такая система. Сразу вариант модуляр. После вот этого больного, которого я представил, мы перестали армировать инструментов. Модуляр. Через 5 месяцев он же... Через 5 месяцев, через 16 месяцев довольный полный объем движений. Мы его хотели вызвать в этом году, посмотреть. Но его привезла скорая помощь. Да. Он подвернул правую ногу, где не связанный протез, и поломал мыщелок. Наружный мыщелок больше бедренной кости. Сейчас он ходит. Ну, мы решили, что стабильность этого протеза не нарушена. Решили вести его консервативно. Сейчас он ходит на левой ноге, где имеет техническую систему. Ну и последний пример, что будет важная деформация, 25 градусов ревматоидный артрит, хим-система, ну и это сегодня просто дело, хороший объем движений и сохранена конечность. Таким образом, мы можем сделать выводы, что полностью связанные эндопротезы могут применяться при стабильном эндопротезировании по достаточно строгим показаниям. А именно, это значительный дефект выселков, сочленяющихся костей, и нестабильность сустава. Так, изменение конечности более, ну, в нашем случае, 15 градусов. И второе, что применение хим-системы у наших больных со сложным периодичным эндопротезированием позволило получить хорошие среднесрочные результаты, удовлетворяющие запросам пациента. Спасибо за внимание. Спасибо. Игорь Николаевич, может быть, вы сразу и вопросы, поскольку сейчас 10.